Друзья, всем привет! Всем привет, друзья! У нас сегодня с Мишей покатушки на мопеде на нашем. Приехали посмотреть на речку, что здесь творится. Я вот скажу, здесь вот рыбка гуляет. Мы, правда, вчера здесь были, пробовали здесь на удочку половить, но здесь не докинешь. Течение идет и кусты. Пока у нас, знаете, где? Вон там далеко-далеко, а это все разлито. Так она разлила, а в этом году так неплохо. И вроде как вода еще прибывает. Мы вчера вон там пробовали, ходили, на удочке пробовали, не поклевки. Но вот здесь вот я прямо смотрю, сейчас покажу вам. Прямо прыгает и прыгает рыба, прыгает и прыгает. И вот у меня думки. Думки у меня завтра сюда приехать. Сейчас покажу. Видите кустики вот здесь? Вот эти кустики. Вот смотрите, такой. Сейчас вы видите, там рыба прямо гуляет. О, видели какая? Вот. Вон, прыгает, прыгает и прыгает. Постоянно. Вчера здесь стояли. Прыгает и прыгает. И вот у меня думка. Взять вот так вот завтра, прийти, костюм одеть. В костюме так зайти прямо к кустам. Потому что здесь вот дорога идет до Оки. А здесь уже нет, глубинище, кусты. И, возможно, я смогу прямо вот так вот до дороги по кустам пройти и оттуда удочки прямо бросать по течению. Только не знаю, как все совместить, просто мне и малыш немножко, придется малышу придется сначала это как-то погулять рано, а хочется рано утром сюда прийти. Вот здесь такое место, здесь зеваки приходят с собаками, и все люди приходят. Но завтра понедельник, поэтому, может быть, меньше народа будет. И я думаю, прямо сюда приехать часов 6 утра вот так вот. А малышом уже попозже погуляю, потерпит. Или не знаю как. Потому что если я сюда приведу малыша, он побежит за мной в воду, он лезет в воду, как этот, он меня не бросает. Поэтому просто он не даст половить, он будет скулить, кричать. Он уже здесь уже купался вовсю. А это мне только без него. Да, Мишань? Ага. Ну что, поедем дальше? Ну да. Ну место вообще здесь интересное, друзья. Вон, прямо она гуляет и гуляет. Что за рыба, пока не пойму. Неплохая. И неплохая, да, так прыск, прыгает. Такая грамм 100, 200, 300. Вон они, вон, видишь, там круги только расходятся. Пока тебя не был, ты там был, занимался. Я видел, там такая грамм 300, прям выпрыгнула из воды. Угу. Я здесь ловил на удочку один год, но воды было меньше, я прям по дороге проходил здесь спокойно. Но тоже в воде было, но я проходил. А сейчас тут воды, и там, вон, сколько все залило. Ну что, Мишань, едем дальше, ну, путешествовать? Да. Не знаю, может, сейчас в город съездим, посмотрим, куда поедем. Thank you.
что, друзья, покатушки продолжаются. Мы сейчас на Оке опять, только уже в городе на Оке. У нас здесь набережная такая красивая, большая, огромная. Вон, посмотрите, мы сейчас просто подъехали в конец, можно сказать так. А вот этот ресторан всю жизнь был, сколько я помню, ресторан. Раньше назывался Якорек, сейчас называется, смотрю, Чайка. А вот она и Ока. Огромная она сейчас, разлитая. Да, Мишань? Да. Красивая. О, как красиво вообще здесь. Раньше здесь вот был паром, мы ходили, когда моста не было. Железнодорожный, правда, уже давно, много ему лет. А вон наш мост, вон туда. Красиво, тихо. Не, на мотоцикле, конечно, мопеде прохладно ездить. Так вроде тепло на улице, да, Мишань? Ну да, нет. Надо одеваться теплее, чтобы ездить на мопеде. Так, друзья, смотрите, как красота вообще. Что, мы дальше поедем? Еще куда-нибудь съездим? Сейчас маленько погреемся и поедем. Попутешествуем. А еще раньше у нас здесь был наплавной мост такой. Через речку летом ставили. Такой военный солдатский мост. И вот машины переезжали в Нижегородской области к нам сюда. Там столько рыбаков было, Миш, с пауками, Миш, представляешь? С пауками? Да, раньше не запрещали пауки, их ими стояли там. И говорят, очень-очень много рыбы ловили. Там, когда как повезет. Смотри, вон, и пауки огромные. Я вижу, вон, да? Да, прикольно. И села себе. И бесплатно катается, да? Ладно, полетела. Ну что, друзья, нас Харлей готов дальше ехать. 300 километров накатал с прошлого года, ну сегодня немножко. Правда, еще, да, еще не гоняем. 60 больше не даю. Как пишется по книжке, 60 можно ездить. До 1000 там, километров, что ли. Ну и то 60 я не всегда даю. Так, редко. Стараюсь поменьше чуть-чуть. Но хочется. Хочется уже дать жару дать, да, Мишань? Ну да. Побольше. А так я вам скажу, нормально, привет. Для мопеда просто шикарно. Для двоих. У тебя сколько килограмм, Миш? Во мне 42. 42 килограмма, Миш, еще в одежде. Все 80. Ну 43 где-то. Да. Так что так, масло поменять надо. Хотел масло сегодня поменять, все. По ТО прямо, 2500 меняют масло они за свои, ну, свое масло. И якобы клапана налажу, если еще надо делать. Думаем пока. Я думаю, наверное, все-таки съезди поменяют. 2500, я думаю, небольшие деньги. Как бы, если наставят, ну, нужные клапана, может быть, и не надо. Ну что, поехали, Мишань? Ага. Thank you.
Приехали.